Привет, мой сладкий, привет, мой хороший детки. Сегодня с вами снова я, Тигр Надя. Сегодня хочу поделиться с вами огромными закупками творческих товаров из Хельсинки, из самых разных магазинов. Я покупала себе ко дню рождения, и просто в течение 2 лет я копила денежку, чтобы купить себе то, что сейчас я буду вам показывать. Конечно же, в рублях все это очень дорого, но на евро это, в принципе, доступно. И когда я увидела там нож, который я не могу себе позволить здесь, в России, я тут же его взяла. Это вот такой вот нож, компакт-кут от Muppet. Он очень классный, он не тяжелый, легкий. Здесь 30 сантиметров у него длина. Это формат А4. И для меня это, если честно, идеально. Потому что бумага 30 на 30, скряп-бумага, сюда спокойно зайдет, и можно делать будет фолдеры, флипбуки и все что угодно, нарезать бумагу, потому что доска для беговки у меня уже есть, и мне осталось только взять нож. Следующее, что у меня здесь постоянно падает, это клей-скотч. Очень давно я его хотела. У нас мало где они есть в городе, но я решила себе взять, почему и нет. У меня есть немецкий клей, не помню, как называется, но там синяя этикетка и красная надпись на нем. Просто он шикарный, он клеит даже пайетки, стразы, все намертво к себе приклеивает. Я надеюсь, что скотч такой же. Я слышала о нем хорошие отзывы и взяла вот такой вот большой стик 3M. Здесь надеюсь, что он действительно хороший. Далее я взяла огромнейший блокнот. Это более формата А5. Это, скорее всего, А4, почти А4. Вот такой вот он очень тяжелый, он очень толстый. Здесь чисто черная бумага. Это бумага для рисования. Формата 18,5 на 25, 96 листов. Я хочу эти листы использовать на письма, если честно. Листы здесь очень хорошие, очень качественные. Второй альбом — это скетчбук для акварели. Ну и не только для акварели. Я брала его для акварели. Здесь у нас... сейчас посмотрим. Во-первых, он на кольцах. Во-вторых, он очень такой толстенький. Здесь у нас должно быть написано 100 страниц. 130 грамм и А4 формат 6,95. Бумага здесь такая фактурная, она не просто плоская, а с такими пористыми выемками. И она слегка желтоватая. Я очень люблю желтоватую бумагу для акварели. Далее я взяла вот таких вот 2 набора стикеров. Они очень интересные, их можно отрезать. А можно использовать просто как вот такой коллаж. Здесь такие вот красивые грибочки, голуби, букеты цветов, книги. Все такое очень интересное, винтажное. Тоже с птицами. Безумно красивое все. И второй набор. Там просто можно было брать 2 листа за 1 евро. И здесь у нас чисто розы. Такие вот тоже очень красивые. Все они с блестками. Вот. Скреплены одной такой вот лентой. Просто написано «блестящие полоски». Но я бы не называла это полосками. Это такие вот наклеечки. Далее я взяла свою мечту. Это brush pen. Набор из 5 вот таких вот кистей. Взяла я в пастельных оттенках, вот таких вот нежных. Там были чисто серые оттенки и были очень яркие стандартные цвета. Я взяла пастельные, потому что больше всего я использую такие цвета в своем творчестве. Буду использовать их в письмах, в дневниках своих и просто что-нибудь ими оформлять. Слышала много отзывов о этой фирме, и она довольно-таки качественная, и я думаю, что эти маркеры меня не подведут. И следующий набор
который я не могла найти в России. Точнее, возможно, где-то это и есть, но в Смоленске этого точно нету. Набор металлического акрила, и он стоил очень дешево, 6,95. У нас один такой тюбик будет стоить несколько евро. И здесь 8 разных видов красок, и по 18 миллилитров, это очень даже много. То, что вот такие вот оттенки, очень классные, в стиле металлик. Хочу ими оформлять тоже свои работы, письма. И здесь вот представлены оттенки. Конечно же, я взяла из-за первых вот этих 4 оттенков, таких вот осенних, которые очень нравятся мне. Здесь еще есть розовый, синий, бирюзовый. Взяла для писем вот такой набор бумаги. Очень прикольный, я нигде не видела у нас такого оттенка в линеечку листов. Они вот такие очень прикольные. Их здесь довольно-таки много. Толстая такая пачка. Здесь на этикетке должно быть написано. Нет, к сожалению, не написано. Denmark написано, Made in China. Интересно. Denmark и Made in China. Как это сочетается. Ну, в общем, мне кажется, это очень такой интересный оттенок. Он такой серо-голубой, очень приятный. Там еще были белые, кажется, и розовые. Я взяла вот такие, потому что очень-очень необычный цвет. И, конечно же, я взяла себе новый дневник. Куда же я без них? Каждый раз приезжаю куда-то, я покупаю себе дневник. Он очень легенький, очень такой классный. У него как будто бы кожаная обложка, на самом деле нет. Она такая будто бы прорезиненная даже. С мумитролями решила взять. Розовый, 9,95 стоил. И это, конечно же, Made in Finland. И листочки меня подкупили. Изнутри он выглядит вот так вот. This book belong to. И так вот они в линеечку. У них очень нежные листы. У него у блокнота очень нежные листы, линейка в точечку, еле заметная, бумага очень вкусно пахнет, как будто бы старинные книги такие, очень нежная, газетная, мягкая бумага. Я такую бумагу просто обожаю, потому что любые ручки здесь будут идеально ложиться, не размазываться, чернила будут впитываться, и бумага довольно-таки плотная. Поэтому я считаю, что блокнот стоит своих денег.